Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии изучит возможности задействовать технологию блокчейн в сфере государственных закупок. Пилотное тестирование проекта продлится до марта 2018 года. Как сообщает Nikkei Asian Review, в настоящее время ведомство отбирает заявки компаний, желающих поучаствовать в тендерах. Правительство Японии намерено в следующем году разработать дорожную карту по внедрению блокчейна в сферу электронного государственного управления, а также применять возможности данной технологии в различных сферах и ключевых инфраструктурных проектах.